Номер 7. Родительский комитет закупил 10 пазлов для подарков детям на окончание года. Из них 2 с машинами и 8 с видами городов. Подарки распределяются случайным образом. Найдите вероятность того, что Андрюше достанется пазл с машиной. Значит, расписываем, как и раньше. Всего 10 пазлов. Значит, машинки 2, города 8. Что же из них благоприятно? Благоприятное это машинки. Итак, 2 из 10 или 0,2.